Всем привет, друзья! С вами снова Лавка Удовольствий и я, Александр Манек. Итак, после карантина с 17 числа прошло уже достаточное количество времени. Мы решили перебрать вот такие вот невеличкие горы монет. И сегодня хотел бы вам показать, какой же все-таки у нас получился результат перебора. Значит, ребята, прежде всего нашли две вот такие вот гривны евро 2012 и 65 лет победы, которые стоят примерно 5-10 гривен в зависимости от состояния. Ну, у меня есть на них клиенты, поэтому выручу за эти две монетки 20 гривен точно. Нашли вот такое вот количество четырех ягодников. Соответственно, будем считать, что по одной гривне мы дособираем к нашим 300 штукам. И заново выставим их на Виолете, так как первый раз не достигла резервной цены моя находка. Идем дальше. Значит, у нас две монеты трапеции 92 года 50 копеек. У нас 10-копеечных 92 года 6 штук в разных штампах. Отложил их просто в сторону. 10 копеек 96 года. Они также примерно их цена с мелким гуртом, гривна 50, может 2 гривны, смотря сколько ты их насобираешь. 50 копеек 95 года, по 10 гривен, 2 штучки мы нашли. Вот такие вот шикардосно красивые оливки. Обратите внимание, как невероятно плотно друг к другу находятся ягоды в нижней в четвертой грозди, мы видим, что они практически слиплись в одно целое, все три штуки. Дальше, третьего штампа нашли всего лишь одну монетку. Штампа 2.1 и 2 мы нашли в общей сложности 5 монет. Нашли две перепуточки, ребята, примерно до 5 гривен на сегодняшний день они стоят. Вот такой вот интересный перебор из небольшого количества монет. Я считаю, что это в принципе удачно, потому что в последнее время, как показывает практика, практически ничего не находится. Поэтому я осмелюсь утверждать, что вот эти вот пакеты не были никем перебраны. То есть это за 3 дня нам принесли, но руки дошли только сегодня. Также у меня в лавке осталось еще 2 пакета, которые принесли до карантина. Я думаю, что завтра я там буду собирать кое-какие посылочки и принесу домой, также посмотрим. Если вам понравился данный ролик, пожалуйста, ставьте лайк. Подпишитесь обязательно, если еще кто не подписан. А я буду снимать для вас еще более интересные ролики. Увидимся!